«Северная звезда» в середине народного рейтинга. Под ее управлением почти 30 батайских домов. За первое полугодие в госжилинспекцию поступило 6 обращений, в том числе от жильца дома номер 7 по улице «Северная звезда». Квартира Кристины Туловчиковой на верхнем 11 этаже. После обильных осадков протекает потолок на кухне. Жалобу писала в январе месяце. На данный момент отчитались устно, что ремонт квартиры произведен. Не квартиры, а кровли. В дальнейшем я не видела больше протечек, так как отсутствовала в квартире, приехала вот во время карантина. Группа губернаторского контроля выяснила, что вода на потолке – это скопление конденсата в вентиляционном канале. Сейчас кровля отремонтирована, к началу отопительного сезона ее утеплят и сделают гидроизоляцию вент-канала. У них практически все новые дома, поэтому нет таких проблем. Но, в принципе, она отвечает, откликается моментально, оперативно на заявление обращения жильцов дома и приводит это все в норму, в порядок.